Днем воздушно-десантных войск откроется праздничная неделя. 2 августа нас ждут традиционные торжества, но, разумеется, с соблюдением всех антиковидных мер. 3, 4 и 5 августа мероприятия пройдут в каждом районе отдельно. В Советском у Дворца детского творчества и в Солоче, в Московском у ДК «Приокский». Жители Октябрьского района празднуют в парке имени Александрова, Железнодорожного района – в парке возле РДМ. 7 августа – наш праздничный день, основной день, который также будет насыщен. В этот день у нас откроется несколько объектов, таких как, вы уже, наверное, наблюдали, в Кремлевском сквере идет подготовка большого камня закладного, который будет открыт во славу заложения города Переславля-Рязанского. Он откроется в 9:30 в Кремлевском сквере. В течение всей недели будет проходить фестиваль туристических маршрутов. Попасть на экскурсии можно бесплатно, записавшись предварительно по телефону 28-04-98. К уже полюбившимся рязанцам направлениям в этом году добавились грибная тропа и экскурсионная прогулка на самокатах. На территории Кремля пройдет конкурс звонарей «Колокольный перезвон». Уже 15 звонарей подали заявки. А в парках и на площадях организуют спортивные мероприятия, главные из которых 7 августа. Все начнется с общегородской зарядки. Также 7 числа в лесопарке пройдет у нас клубок города Рязани, приуроченный к празднованию Дня города в формате 3-на-3 баскетбол. И 8 числа также мы для рязанцев организуем мероприятие. Это будет спринт-лыжи-роллеры в лесопарке. Старт будет в 9 часов утра. Изюминкой празднования станет фестиваль КВНщиков. В этом году клуб веселых и находчивых отмечает 60-летие. И рязанские представители решили устроить в Центральном парке культуры и отдыха мини-юрмалу. Главным призом и талисманом этого фестиваля будет поющий косопуз. Так мы придумали. Значит, у нас он есть в красном, в зеленом и в синем. Мы приглашаем на этот фестиваль команды не только города Рязани и Рязанской области. К нам приедут ребята из многих городов, таких как Смоленск, Тула, Нижний Новгород, Москва, Видное, Апрелевка. Оформление города к празднику вы наверняка уже заметили. Девиз этого года – «Талантливая Рязань, знай наших». Портреты выдающихся современников размещены на остановочных комплексах, а также на мониторах в разных районах города. Основные мероприятия пройдут 7 августа в Центральном парке культуры и отдыха. От сценического формата решено уйти во избежание скопления большого количества людей. В разных уголках парка будут различные тематические локации. И праздник наверняка запомнится каждому. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».